Вы смотрите информационный выпуск CGTN. Мы продолжаем. В Харбине стартует ежегодный международный фестиваль льда и снега. Один из крупнейших в мире. Несмотря на температуру в минус 20, в город съезжаются гости со всей страны. В этом году основная тема фестиваля – 60 лет льда и снега. В рамках мероприятия туристов ждет более 100 тематических мероприятий. Мне никогда не было так холодно в Ухане. Я просто приехала, чтобы испытать, каково это – есть мороженое на холодном ветру. Холодно, и мои зубы вот-вот отморозятся. Но это довольно здорово. Раньше мне было очень любопытно, как делают ледяные скульптуры. На юге такой культуры просто нет. Это очень впечатляет, особенно эти скульпторы по льду. Их изобретательность и мастерство удивительное. Мне нравится кататься на коньках, играть в снежки и кататься на ледяных горках. Я чувствую себя очень счастливой.